Всем доброго-доброго утра. Мы с Мишаней выезжаем в паре рейс прямой на Челны. Грузимся в Кронштадт. Поедем под водой. Мы под водой поедем! А? Под водой поедем! Он сам еще не знает. В общем, вчера был... Да, давай! Короче, наш это 22-й мы с Дениской придумали. Ну, чтобы сговорить, пошли в наш. Затарился я, у меня тут всяких конфет, шоколадок, ну это я уж по дороге ел, холсов набрал. Сейчас освежилку прилеплю. Куда он? В карман. Мне Адель подарила одну. Она, бля, кстати, Адель, она пахнет просто неебически вкусно. Сейчас туда же рядом поставлю вот эту ванильку, воткну. У меня еще чокопайка лежит. Тут тик-таки. Короче, по платке, потому что по Питеру, когда идешь, кошмар. Дальше что у меня? Бабинский шоколад, это Серега подарил. Короче, весь в подарках. Кент, Капитан Блэк, здесь какие-то ментоловые. Здесь Парлик. Тут у меня вот такие вот стики, это я вчера приобрел у девочки симпатичной. 5 пачек. Плюс вот такая хрень. Попробуем, что такое. Ну, Мишка говорит, что она чистится легче. То есть попробуем отойти от табака, потому что здесь не будет ни пепла. Это не реклама, нахер я еще даже не открывал. От нее нет пепла, то есть спокойно выкинул и все, пепелку. Пепелка это у меня от Андрюхи подарок. Короче, я весь в подарках, ребята, полностью. Все в подарках. Кружка Loud Sound подарок, блядь. Ну, короче, все в подарках. Кошмар. Ладно. Будем двигать на загрузку. Телефон подзабитый, постараюсь что-то, может быть, снять, если что-то интересное будет. Если нет, то надо будет мне смонтировать. Ладно, поехали. Все как всегда чисто, правда в носках, у нас прохладно сегодня. Мишаня тоже есть, он на Редбуле с утра, я не пью. Ты на Редбуле, я на чаю. На чае. Вот холодильник. Холодильник полностью тоже забит. Лимон, сосиски, салат такой, салат такой. Да. Салат такой, салат такой. Там в лотке колбаса нарезанная, сардельки, пицца, сыр. Ну, короче, я тут весь просто-просто затарен. Погнали. Че, поедем тогда, я за тобой? Ты адрес бил? Я готов. Сейчас стартуем. Да-да, ты адрес бил? Адреса-то нету, я примерно надо будет потом позвонить, поближе будем приезжать. Хорошо. Поехали. Мишка тоже ленится. Я говорю, тоже ленится отпускаешь? Он говорит, ну. Да, я тоже по кругу прокачусь. Там вон развернемся, чтоб не косячить, вольве зеркала не ломать. С нашими шаландами, блядь. Ленивца отпускаешь, если по городу. Гораздо удобнее с этим прицепом. Что без ленивца вообще занос огромный получается. Где Мишаня ездит, если он один раз мылся всего? Чистый как... Бля, там брелочек у меня тяжеленький, тоже подарок. Димасик подарил брелок мне. Ладно, поехали. Съемка с Мишиного телефона. То есть iPhone молодец, он потом расставляет, когда Мишка мне скидывает со своего телефона видосы, он их сам трык расставляет, короче, по порядку. И получается, с двух телефонов можно делать съемки, и они будут по порядку. То есть Мишка говорит, я тебя где-нибудь поснимаю. Сейчас Мишаня у нас пошел.
наши громкие не было. Ребята, мы сегодня поедем по подводному тоннелю, под водой дорога, вот на тот остров. Не показывай пальцем. На остров поедем. Сейчас будем спускаться в тоннель и под водой пойдем. Обалдеть, мега-сооружение, Санкт-Петербург. Кошмар. Здесь у нас бронка, где мы контейнерами грузились. Сейчас просто вот у нас получается вода, корабли сверху ходят, а мы под воду. Обалдеть. Кронштадт, получается, едем. Ну вот у нас с двух сторон вода, рыбаки сидят. Мишанька говорит, на рыбалку нас гонят. Я говорю, да. Все вокруг вода. Ну как-то ж нужно проплывать, там какой-то островок, там островок прям полноценный. Там островок. И мы сейчас будем нырять. Так, почти приехали, если надо следовать примерный катабат. Все, выехали. Я хочу сравнить. Мы же аналитики. Обалдеть. Спецпрезидентом Порошенко, который... Что, немножко очково, нет, там ехать под водой? Что столько тонн воды над тобой? Да, есть такое, что как ты не по себе. Тысячу людей выпустил, принес. Тут какой-то порт если еще, также вот вода и вода там. Все, ребята, заходим. Тут сделаны шлагбаумы, видимо, на случай того, что, видимо, мало ли затопления. Мне кажется, тут очень сложная система. Ну вот все, мы уходим вниз. Откачки воды, система вентиляции, вот это все, это что надо было все продумать. И здесь было решение, видимо, строить под водой, либо строить мост. Что выходило дешевле? Вот у нас такой конкретный прям спуск. Там спускаемся. Вот на горнике можно идти. Что, до воды может дойдем или что? Вот это место загрузки у нас шикарное. По линеечкам. Да, надо покушать. Пошли мы кушать, короче. Сказали, ожидайте. Ну ладно. О, эту штуку мы, может, попробуем сразу. Со стиками-то открыть. Пока кушаем, чай пьем. Разберемся в ней. Короче, посмотрю, попробую. Ладно, салаты, так как у нас портятся в первую очередь, сейчас мы с Мишкой будем есть оливье в троечке. Ну, кто знает, по супермаркетам ходит, что там все время так говорят. Троечка, двоечка и с двоечки. Наебнем с чайком. Лимон беру. И лимон беру. А на рынке ты туда подъехал сначала? Да. Чай будем пить, чай. У тебя еще с окошком, что ли, он? Можно заглянуть туда? Да, ну оно херово на брусь протекает, надо бывает. Накладывает это солнышко. Кушать. Наконец-то я с карточкой водителя. Это столько времени. Мишка мне сейчас время настроит. Тут информация же есть, конечно, есть. Такая рожа. Ребята, открываю эту коробку. Я без тебя. Да. Я взял Black. Black, посмотрим. Black. Сейчас я буду разбираться в ней. Что тут и как. Там какая-то чистилка еще должна быть. Ну, вон шомпол, шомполить железный, прикинь. Зарядка. Вот такая зарядочка. Так, а что у него наподобие какой зарядки? На microSD. Все, будем разбираться сейчас. Пакетик снимаем. Ребята, грузимся у воды в порту. Вспомнить терминал, говорит, вспомнить терминал. Так, как мне встать, чтобы я не по воде ходил? Вот так вот сейчас стану. Шикарно. Работа шторщика, сейчас еще Мишу будем. Хотя так нельзя расштарить. Да. Тонар, прости, так нельзя расштарить. Мы знаем, потому что гнет, а по-другому никак, да. Мы хотя бы крышу еще подняли. Вчера, говорит, кто-то с крышей задвинутой открыл. Там вообще, говорит, согнуло. Вот просто алюминиевую балку сейчас косячим. А хули сделаешь? А, длиннющая, в аккурат 16-метровая, да, наверное? 16. Так, давай. Блять, потом вставлять как будем, тут ролики-то провисают. Мишаня, это пиздец. Как мы вставлять будем?
Там надо рукой будет подгонять еще. Короче, жесть. На рефах работает. Да. Сейчас Мишаня будем расшталивать. По-другому никак, ребята, миллиметражи запихивать. Да, конечно. Да, наверное. Сколько у меня так же? Наверное. Да. Какой-то покрытие. Нет, 0-0. Смело, смело! Блять, подвеска сзади не работает. Ну, FM-ка тоже была. А? FM-ка была тоже? Да. 12-я? Да. Все, Мишка тоже расставили. Мне уже поставили балку. Шанька тоже поднимает. Короче, померили рулеткой там расстояние, здесь. И все, разгрузили 8. В трех местах. Саня! Бумага сейчас прокладывает ремни. Поехали! Я мешки буду прокладывать, сейчас покажу. Вот у меня здесь, с конца. И тут сама конструкция, спереди и сзади. То есть разгрузил, все по красоте выровнялось, все четко. Здесь 51 было там, я поднял 57. Получилось, у меня остался зазорчик, но он сейчас утрясется. 10 миллиметрик. И тут. Откладываем. Сейчас у меня еще спереди надо поставить. У нас коллектив новенький, помогают нам. Чтоб не качалось. Как? Она все равно знает, она в центре. Да? Здесь так чисто. А, он там еще у тебя. Крепим между собой. Да, мне с крючком кинь, потому что мне тут бумажку держать не надо, а ты там бумажку придержишь. Да, бумажку бери. Нет. На, вставай. Хопа. Поставили, закрываем борта, задвигаем крышу и вперед. Грязь, пипец. Мишка кашеварит. Мы на стоянку заехали. Все, я тоже, короче. Кашеварить, кушать и спать. Завтра ехать. Завтра тяжелый день. Картошку почистить, знаешь, сука. Картошку, салатик еще, знаешь, такой. Все, всем пока-пока.